Стой, стой, нет, стой. Нет, нет, нет. Я ставил запрос 11 голды, но нет. Это срочное включение. Стой, покуп. Это стоит 30 голды вроде как. Какая там наклеечка? А, вот эти вот Legends Gold. Она где-то 30 голды стоит. Это Color, да? Legends Gold, это Color версия. Она Epic, да. 30 голды, 3 таких эпика и Golden Ox. Подожди, нет. Не говорите мне, что он 1000 где-то стоит. Да ну нет, да ну я не верю. Да ну, да ну, да. Да ну нет, я не верю. Подожди, а где это? Он дорогой? Я его пропустил или он дорогой? Я точно помню то, что он какой-то дорогой. Это то ли Golden Ox, то ли. Короче, я забыл, что это за наклейка. Капец. Капец, пацаны, капец! За 0.03 с такими наклейками. Я понимаю, если бы там за 11 голды, так это все равно окуп был бы. Но тут, тут просто, тут что это? Ребят, это честно. Это серьезно, честно. Сколько, подожди. Сколько стоит? Я не понял. Не пон. Это реально тот самый, который 1000 стоит? Подожди. Нет, 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 нет. Это тот? Это тот или не тот? Это тот или не тот? Это тот или не тот? Это, походу, вроде как не тот. Пацаны, мне прям плохо. Мне прям плохо! Да ну нафиг! За 0.03! Ха! Офигеть! Я еще, чтобы вы понимали, задонатил тут немного, 100 голды буквально. Потом еще... На мой день рождения я еще 100 голды задоначу. Да ну не может быть все так просто. Это легендарка Iron Ox. Это слава богу не Golden Ox, а то просто жесть была бы. Да ну я не верю, да ну нет. Ну не может быть все так просто. Если бы я смог стереть, а она бы просто не исчезла, то это просто ГГ было бы. Я бы ее продал и все. Просто. Вы понимаете, что это лютая ГГ? Я, конечно, понимаю, что могу за 840 спокойно продавать. Но я хочу, чтобы очень быстро купили. Поэтому за примерно 634. Хотя мог и за 700 сколько-то продавать. Да ну! Конечно, очень долго будет. Это, конечно, очень долго. О, выставляет за такую же стоимость. Пытается словить передачу, но я-то с наклейками выставил. Там чел пытается словить передачу, но я-то с наклейками выставил. Наклейка за 1100 голды. Если бы я мог ее стереть. Спокойно стереть. И спокойно продать. И она у меня появилась бы в инвентаре, то вы понимаете, что это... Да ну. Я, конечно, понимаю то, что долго будут покупать. Я, конечно, понимаю все то, что долго будут покупать. Но это капец! 736.06. Пацаны.
Пацаны, пацаны, пацаны! Опа, передачку ловит. Передачку ловит. Ха, передачку ловит. Чел передачку ловит. Чел ловит передачку, но я-то с наклейками выставил. Ай-я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 й
запустить передачу. Это знают способ. Опять. Да ну, пацаны, это самый удачный донат в моей жизни. За 0.03 мы в лютом окупе. Вы просто это понимаете. Я просто в шоке. Господи. Это точно тот. Подожди, это точно тот? Потому что все-таки я что-то не верю, то, что это тот. Нью-Йорк 2021 вроде как. Да. 2021. Айрон Окса в другой версии нету. Это точно тот. Да ну нафиг, у меня сейчас, ну, вряд ли купят, долго будут покупать. Дня 2-3, я думаю, дня. Но это жесть, пацаны, просто посмотрите на это, просто посмотрите. Нет, я отменил случайно, господи. Просто посмотри на это, просто смотрите. Я в шоке лютом. Во-первых, я купил 100-трековский Mac 10 Noxus, чтобы набивать 100-трек. За одну катку почему-то мало киллов, 2. Хотя могу и по 10 делать, и по 15. В общем, выставляем за 700. 700, главное, за 70 не продать. За 704.96. Сейчас тоже выставляет. Тоже выставил. Братан, ну не пытайся ловить передачи. Ну бро, ну что за скам? Он тупо передачи пытается ловить. Там я вижу снизу тут чел. Вот я выставил, и тут чел пытается словить передачу. Вы видите это? Это не передача, гений. Я на серьезе продаю с наклейками. Я могу, в принципе, стикер-пак или граффити-пак купить, но что-то не горю желанием. Да ну! Просто я в шоке! Я в шоке! Я, конечно, в полном шоке. А подожди, а что с моим М60-тем? А, да, я его продал все-таки удачно. Просто посмотрите, с чего я начинал. Ё-моё, с чего я начинал? И чем продолжаю? Да ну, это просто легендарно. За 0.03. Словите вот это. Я, походу, под раздачу попал. Давайте найдем этого чела. Скорее всего, это раздача. Это раздача ютуберская поп. Скорее всего, это просто раздача. Я не могу этого чела найти. Это просто раздача. Да ну нафиг! Ид, где этот чел? Я ему хочу столько благодарности тупо написать. Пупит. Вот этот вот чел, а нет. Вот это вот. Вот это вот.
Вот этот вот похож на никнейм. Это вот похоже никнейм. Еще Ава такая же. Да ну я не верю! Не верю! Вы понимаете, что если сейчас покупают у меня этот М40, у меня уже практически... У меня сколько голды-то получается? 704,96. Запомните. 704,96. Давай сейчас найдем на рынке. Также за 704,96. Это у меня будет уже 600 голды. Ну я не верю. Ну я не верю. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Я просто в шоке. У нас уже больше 600 голды будет. И останется буквально 300 голды до покупки нашего G-команда призма. Как я понял, 300 голды для меня это просто лютейшие копеечки. Я могу просто 3 раза задонатить или 500 голды взять. Это жесть. Во-первых, я задонатил. Во-вторых, я еще на день рождения задоначу. Это жесть! Пацаны, просто эмоции! Эмоции! Если б там Golden Ox был вот этот, я просто, я не знаю, что бы я сделала.